Всем привет, ребята! Сегодня мы посмотрим новый клип от группы Lord of the Lost с песней One Last Song. Что-то про превью, что у меня сегодня с произношением, про превью, очень что-то красивое. Я надеюсь, это как бы не звучало странно, но это как старые лорды, которые мы очень любим и скучаем по ним. Давайте приступим к просмотру. Let's go! Sing one last song before the world ends. If I could sing one last song to say goodbye. If I could sing one last song to all my children. If I could sing one last song before we die. About love, a song about death, with desperation in my breath. I scream in the silence, massive and violent. Hear my voice for I am lost, singing for my broken walls. One last song, one last song. If I could sing last song to show my love was endless. If I could sing one last song to help you cry. If I could sing one last song when the colors fade, with a smile through the pain to the everlasting night. A song about love, a song about death, with desperation in my breath. In the silence, massive and violent. Hear my voice for I am lost, singing for my broken walls. One last song, one last song. For the rebels and the brave, the runaways, the renegades, for those living by silence, massive and violent. Hear my voice, for I am lost. A song about love, a song about death, with desperation in my breath. I scream in the silence, massive and violent. Hear my voice, for I am lost. Singing for my broken walls. One last song.
could sing one last song to you. Мотелло, как всегда, прекрасен в своей работе. Мотелло всегда можно отличить, что это он снимает, потому что у него определенно есть его фишечки, определенная его атмосфера есть, и это прям очень потрясающе. Мне сильно понравился клип. Вот эту песню я вообще в первый раз слышала, я не послушала, так альбом весь, к сожалению. Надо исправить эту погрешность. Очень красивые ребята, очень красивые костюмы, потрясающие идут. Мне напомнил клип немножечко атмосферой, немножечко какими-то местами Six Feet Underground. Мне кажется, они прям вот в той стезе вот это и все. Все очень красиво, все очень потрясающе. И вот эта ставка, где Крис спел акапельно, это тоже потрясающе. Безумно понравился припев. Прям очень круто звучит. И мне вот нравятся такие лорды. Таких лордов я люблю. Да, как бы это... Не было там типа вот, все к старому это мы возвращаемся, но нет, таких лордов я полюбила, и такие лорды мне нравятся. Надо было для такого клипа, блин, атмосферу делать, чтобы снимать реакцию. Вот. Потому что очень красиво, очень приятно, притягательно. Все ребята выглядят просто хасом, если так сказать. Я не знаю, мне это прям безумно понравилась песня, безумно понравилась мелодия, вот эта ставка немного. Синтезаторская вот это где идет прям классно. Ну и Крис лег в гроб, в принципе, долго будет жить. Вот, все очень красиво, все очень шикарно и потрясающе, мне нравится. Здесь и голос Криса очень классно раскрывается и показываются все его моменты в голосе. Мне нравится, как и ребята выглядят, и костюмы подобраны просто шикарно. И вот эта вся цветокоррекция в клипе, это правда вот что-то вампирское такое, что-то готическое, вот как вот это вот именно область ребята, нам прям мне очень нравится. Ну вот, мне кажется, это вот ребята созданы для вот этого вот всего. Это прям восхитительно, очень-очень красиво. Действительно красивый клип, и просто смотришь, наслаждаешься, я хочу еще его посмотреть. Мне нравятся вот эти составляющие моменты, и когда музыка отличная, и когда клип красивый. Вот это все вместе соединяется, это великолепие, произведение искусства, если можно так сказать, получается. Поэтому... Отдельно благодарность Мотелло за такие красивые, атмосферные, очень притягательные, очень передающие, наверное, все-таки эмоции клипы, потому что это прям полное отражение песни. Мне прям очень нравится. Поэтому отдельно спасибо Мотелло, отдельно спасибо ребятам за их такую шикарную идею. Вот. Вот такая была моя реакция. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи в новом видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!